Мужчина погиб в результате аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 15:48 на пересечении Советского проспекта и улицы Ленина. Пожарная машина столкнулась с легковым автомобилем Volkswagen Golf, а затем оба транспортных средства врезались в автобус. Машина спецслужб двигалась на вызов с включенными сигналами. В результате аварии пострадал водитель легковушки с тяжелейшими травмами. В состоянии комы его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Также пострадала пассажирка иномарки, направлена на амбулаторное лечение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Водитель большегруза не справился с управлением на трассе. Как сообщили ГИБДД Череповецкого района, инцидент произошел на 404-м километре трассы Череповец-Сергиев-Посад. Большегруз ДАВ съехал в придорожный кювет. Часть транспорта осталась на проезжей части. Безопасность на участке обеспечивают сотрудники ГИБДД. Водители просят быть внимательными и осторожными. С сегодняшнего дня физические лица, которые эксплуатируют большегрузы массой более 3,5 тонн или автобусы, обязаны оборудовать транспорт тахографом, в противном случае штраф, а размер наказания тоже повысится. Так, за нарушение эксплуатации тахографа или его отсутствие водитель получит от 3 до 5 тысяч рублей, должностное лицо может получить штраф от 7 до 10 тысяч рублей, а юридическое от 20 до 50. Напомним, тахограф – прибор, который фиксирует скорость транспорта и время в пути. С его помощью можно контролировать режим труда и отдыха. За нарушение такового, кстати, тоже повысили штрафы.